Здравствуйте, мои дорогие. Я продолжаю прослушивание книги автора Стендаль «Красное и черное». Интересная книга, достойна внимания. Что коснулось своей щекой горячей щеки Жюльен. Как не схоже прошла ночь для этих двоих людей. Госпожа де Риналь пребывала в совершенном упоении, охваченная восторгом самой возвышенной духовной страсти. Юная кокетливая девушка, которая начала рано влюбляться, привыкает к любовным волнениям. И когда наступает возраст подлинно страстного чувства, для нее уже нет в нем очарования и новизны. Но для госпожи де Риналь, которая никогда не читала романов, все оттенки ее счастья были новы. Никакая мрачная истина или хотя бы признак будущего не расхолаживали ее. Ей представлялось, что пройдет еще 10 лет, и она будет все так же счастлива, как сейчас. Даже мысль о добродетели и клятве верности господину де Риналю, мысль, которая так мучила ее несколько дней назад, и та сегодня появилась напрасно. Она отмахнулась от нее, как от непрошенной гости. «Никогда я ничего ему не позволю», — говорила себе госпожа де Риналь. «Мы будем жить за Жюльеном так, как жили этот месяц. Это будет глава 14. Английские ножницы». 16-летняя девушка, щечки как розаны, и все-таки румянится. Поле Дари. Что касается Жюльена, то он после предложения Фуке чувствовал себя просто несчастным. Он никак не мог ни на чем остановиться. «Ах, должно быть, у меня не хватает характера. Плохим бы я был солдатом у Наполеона. Но хоть по крайней мере, — заключил он, — мое приключение с хозяйкой дома развлечет меня на некоторое время». На его счастье, подобная развязность даже и в этом весьма малозначительном случае совсем не вязалась с его истинным душевным состоянием. Госпожа де Риналь пугала его своим новым нарядным платьем. Это платье было для него как бы авангардом Парижа. Его гордость не позволяла ему ни в чем полагаться на случай или на собственную находчивость, которая могла бы выручить его в нужный момент. Основываясь на признаниях Фуке и на том немногом, что он прочел о любви в Библии, он составил себе весьма тщательный и подробный план кампании. А так как он все же находился в большом смятении, хоть и не сознавался себе в этом, он решился записать для себя этот план. Утром в гостиной госпожа де Риналь очутилась на минутку наедине с ним. «Вас зовут Жюльен. А как ваше второе имя?» — спросила она. На этот столь лестный вопрос наш герой не сумел ничего ответить. Подобная возможность не была предусмотрена в его плане. Не будь у него в голове этого дурацкого плана, его находчивый ум тут же пришел бы ему на выручку, а неожиданность только подстегнула бы его остроумие. От сознания собственной неловкости он еще больше смешался. Госпожа де Риналь тут же простила ему его замешательство. Оно показалось ей умилительно простосердечным. По ее мнению, как раз только этого-то простосердечия и недоставало в манерах этого молодого человека, которого все считали таким умным. «Твой юный учитель внушает мне сильное недоверие», — не раз говорила ей госпожа Дервиль. «У него такой вид, точно он все обдумывает и шагу не ступит, не рассчитав заранее. Вот уж себе на уме». Жюльен испытывал острое чувство унижения от того, что так глупо растерялся и не сумел ответить госпоже де Риналь. «Такой человек, как я, обязан перед самим собой загладить этот промах», — решил он, и, улучив момент, когда они переходили из одной комнаты в другую, он, повинуясь этому чувству долга, поцеловал госпожу де Риналь. Трудно было придумать что-либо более неуместное, более неприятное и для него, и для нее, и вдобавок ко всему более безрассудное. Их чуть было не заметили. Госпожа де Риналь подумала, не сошел ли он с ума. Она испугалась и вместе с тем страшно возмутилась. Эта нелепая выходка напомнила ей господина Вально. «Что, если бы я была здесь совсем одна с ним?» — подумала она. И вся ее добродетель вернулась к ней. Ибо любовь стушевалась.
Она постаралась устроить так, чтобы кто-нибудь из мальчиков постоянно находился при ней. День тянулся скучно для Жюльена. Он с величайшей неловкостью пытался проводить в жизнь свой план обольщения. Ни разу он не взглянул просто на госпожу Дориналь. Он кидал на нее только многозначительные взоры. Однако он был не настолько глуп, чтобы не заметить, что ему совсем не удается быть любезным, а еще того менее обольстительным. Госпожа Дориналь просто опомниться не могла. Так удивляла ее и эта его неловкость, и эта невероятная дерзость. А может быть, эта первая любовь заставляет то робеть, то забываться умного человека? Наконец догадалась она, и ее охватила неизъяснимая радость. Но может ли это быть? Значит, моя соперница его не любила. После завтрака госпожа Дориналь прошла в гостиную. К ней явился с визитом господин Шарко де Мужерон, помощник префекта в Бре. Она уселась за высокие пяльцы и занялась вышиванием. Рядом с ней сидела госпожа Дервиль. И вот тут-то, средь бела дня, нашего героя вдруг осенило пододвинуть свой сапог и легонько наступить им на хорошенькую ножку госпожи Дориналь. В ту самую минуту, когда ее ажурные чулочки и изящные парижские туфельки несомненно привлекали взоры галантного помощника префекта. Госпожа Дориналь испугалась не на шутку. Она уронила на пол ножницы, клубок шерсти, все свои иголки. И все это только для того, чтобы жест Жюльена мог кое-как сойти за неловкую попытку подхватить на лету соскользнувшие со столика ножницы. К счастью, эти маленькие ножницы из английской стали сломались. И госпожа Дориналь принялась горько сетовать, что Жюльен не подоспел вовремя. «Вы ведь видели, как они у меня выскользнули? Вы заметили это раньше меня и могли бы их подхватить? А вместо этого вы с вашим усердием только прибольно ударили меня по ноге». Все это обмануло помощника префекта, но отнюдь не госпожу Дервиль. «У этого хорошенького мальчишки приглупые манеры», — подумала она. Житейская мудрость провинциального света таких промахов не прощает. Госпожа Дориналь улучила минутку и сказала Жюльену: «Будьте осторожны, я вам это приказываю». Жюльен сам сознавал свою неловкость, и ему было очень досадно. Он долго рассуждал сам с собой, следует ли ему рассердиться на это «я». «Я сам удачу, люблю, успех». Это книга автора Стендаль. Очень интересная и захватывающая. Пока-пока. До скорых встреч.